Аттракцион-паровозик только проснулся после зимней спячки. Его сразу атаковали взрослые дети. Прокатнуться по скверу Гагарина решила семья Денисовых. Коляску папа оставил у аттракциона. Вернулся, на месте ее не оказалось. Нашли коляску, вернее то, что от нее осталось, сотрудники патрульно-постовой службы в частном доме напротив. Подошли к этому дому, через забор мужчина увидел свою коляску, говорит, вот она, только она, говорит, вся засаженная. Сотрудники ППС рассказывают, потерпевший обратился к ним, как только увидел полицейских. Ждать следственную группу не стали, опросили очевидцев и отправились на поиски. Подозреваемый в краже мужчина уже в отделе признался, сжег коляску, чтобы сдать каркас на металлолом. Сожалел лишь о том, что сотрудники полиции слишком быстро его вычислили. В ходе предварительного расследования установлено лицо, совершившее данное преступление. Им оказался мужчина 1948 года рождения. В отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. Скверы и парки – излюбленные места отдыха саратовцев. Все они под особым контролем полицейских. Круглосуточно в городе обеспечивают общественный порядок и безопасность более 140 сотрудников патрульно-постовой службы. Там, где нет поблизости стационарных пунктов, дежурят передвижные посты. Здесь есть массовое скопление граждан, поэтому необходима охрана общественного порядка в таких местах. Несем службу по всему городу Саратову, но в основном здесь, в заводском районе. За раскрытие преступления по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы будут поощрены руководством. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.